Что такое биткоин? Биткоин – это первая децентрализованная цифровая валюта. Биткоин – это цифровые монетки, которые вы можете отправить через интернет. В сравнении с другими валютами, у биткоинов есть ряд преимуществ. Биткоины передаются непосредственно от человека к человеку через сеть, минуя банк или процессинговый центр. Это означает маленькие комиссии, вы можете использовать биткоины в любой стране, ваш счет не может быть заморожен и отсутствуют какие-либо обязательные условия или другие ограничения. Давайте посмотрим, как это работает. Биткоины генерируются в интернете каждым, кто запустит бесплатное приложение, называемое генератором биткоинов. Генерирование требует от компьютера выполнить определенную работу с каждым блоком монет. Этот объем регулируется автоматически сетью так, что всегда создается ограниченное и предсказуемое число биткоинов. Ваши биткоины хранятся в вашем цифровом кошельке, который наверняка вам знаком, если вы пользовались интернет-банкингом. Когда вы передаете биткоины, к ним добавляется цифровая подпись. Спустя несколько минут транзакции подтверждаются генераторами и навсегда анонимно сохраняются в сети. Программное обеспечение для работы с биткоинами имеет открытый исходный код, и любой может изучить его. Биткоин меняет финансы так же, как интернет изменил новости и печать. Если каждому доступен мировой рынок, то побеждают все. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как биткоины используются уже сегодня. Вы можете купить видеоигры, подарки, книги, серверы и носки из альпаки. Существует несколько валютных бирж, где вы можете торговать биткоинами за доллары, евро и так далее. Биткоины — это отличный способ для малого бизнеса и фрилансеров выделиться. Ничего не стоит начать их прием, здесь нет возвратов и процентов за транзакцию, и вы получаете дополнительные заказы благодаря участию в биткоин-экономике.